Так, масло оливковое. Так, сердечки. Сердечки. Пупочки. Опять пупочки. Ну, короче, три пачки сердечков и три пачки пупочков. Вот теперь обжарим. Ну, тут получается килограмм сердечек и килограмм пупочков. Сейчас мы их обжарим в боке. Не. Ну, потом, конечно, добавим туда всякие приправы. А сегодня будет без приправ. Сегодня делают так, как жена делает. Без моих кулинарных способностей. Может, хоть раз вкусно получится. Начинается обжариваться. Тщательно перемешиваем. Так, вот закроем крышкой. Пусть они поварятся немножко. Придут в естественное состояние. Вареные и вкусные. Так, тут отвариваем гречку. Тут варятся пупочки. Мешаем, мешаем, мешаем. Чтобы они были вкусные, вкусные, вкусные. Так, добавляем сейчас наши пупочки. Много-много сметаны. Эти две баночки по 200 грамм. И теперь хорошо размешаем. Получилось такое сердечки, сметанки с этим, с пупками. И теперь добавляем добрую порцию укропа и добрую порцию петрушки, перец грубого помола, соль. Все хорошо перемешаем и теперь оставляем на полчаса томиться.